Звонки среди ночи, СМС непонятного содержания и потерянные деньги. С такими последствиями покупки сим-карты на улице столкнулся Алексей Нилов. Продавец обещал выгодный тариф, но на деле оказалось совсем наоборот. Цена оказалась завышена сильно, в отличие от того, что мне сказал продавец. А отдача в виде интернета и звонков оказалась значительно ниже. И, во-вторых, мне начали поступать странные звонки, которые гласили, к примеру, что я выиграл 1 000 000 рублей, хотя на самом деле я даже не участвовал в каком-либо розыгрыше. Случай Алексея далеко не единственный. Специалисты утверждают, главное в этом деле – не забыть заключить договор на оказание услуг сотовой связи. На самом документе должна стоять печать организации. Соблюдаем закон на основании паспорта, то есть человек имеет право заключить контракт с определенным оператором. В региональном Роскомнадзоре нам сообщили, что приобрести серую сим-карту можно не только через интернет, на улице, рынке или вокзале, где чаще всего орудуют мошенники, но и у официальных представителей операторов сотовой связи. Был недавно вообще вопиющий случай. Даже люди, которые специально оборудованная точка в торговом центре, то есть тоже зашли туда, сделали проверочную закупку. Девушка, которая сидит, то есть обязана заключать договор, продает сим-карту. Я говорю, а как же договор? Она говорит, бланков не берите, так идите. То есть я был вообще поражен. Если вам пытаются продать сим-карту без договора, высока вероятность того, что действует схема мошенников. Нередки случаи, когда в Рязани находили московские сим-карты, а значит, звонки нерадивых покупателей осуществлялись в роуминге. Для того, чтобы защитить пользователей мобильных телефонов, с 1 июня вступают в силу поправки в закон о связи. Там четко прописана обязанность операторов проверять достоверность сведений, которые предоставляет покупатель. При этом оформить договор можно будет только предъявив документ, удостоверяющий личность. Если в договоре будут либо неполные сведения, либо сведения, соответствующие абоненту, просто оператор связи прекратит оказание услуг связи и выбросите деньги на ветер. Стоит отметить, что за такие правонарушения предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, должностному от 10 до 50 тысяч, а юридическому от 100 до 200 тысяч рублей. Чаще всего такими аферами занимаются физические лица, но несмотря на небольшую сумму штрафов по сравнению с прошлым годом, количество желающих нажиться за счет продажи серых сим-карт значительно снизилось, утверждают в Роскомнадзоре. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».